Бог хочет вести нас в веру. Но не так просто перейти из моего состояния в сторону веры. Поэтому для того, чтобы мы могли перейти в сторону веры, Бог дает ситуацию, которую мы не можем преодолеть своей силой. Поэтому в нашей жизни мы встречаем большие или маленькие проблемы. Поскольку мы хотим жить тем способом, которым мы жили до сих пор, мы жили способом, в котором уповаем на человеческие способы. Поэтому есть многие вещи, которые мы привыкли решать по-человечески. Но Бог не хочет, чтобы мы жили по-человечески. А Бог хочет, чтобы мы жили, уповая на Бога. Мы же, наоборот, хотим жить так, как привыкли жить. И что же делает Бог? Бог дает проблемы, которые мы не можем решать по-человечески. Порой мы думаем, мы же ведь верим в Бога, почему Бог допускает в моей жизни такие трудности. Девочка в доме Неймановой думает, «Почему мои подруги остались дома, а я же оказался в плену?» «Почему я должна быть в доме прокаженного? Почему я должна быть в рабстве?» «Я не смогу видеть своих родителей, своих подруг. Что я здесь делаю?» «А вдруг я сама заболею и проказываю?» Эта девочка могла находиться только в подобных мыслях. Но вдруг у нее формируется новая мысль. А, наш военачальник, он прокаженный. От него исходит неприятный запах. И в одежде можно увидеть гной. Ой, как же неприятно мыть эти вещи. Потом входит новая мысль. Наш пророк Елисей ведь ведь так легко может исцелить эту болезнь. Надо рассказать им об этом. Если Нейман пойдет в Самарию и встретится с пророком, и исцелится от болезни, и вернется домой, тогда они будут счастливы. И как она начинает думать? Так вот почему Бог сделал, чтобы я оказалась в плену. Если Неман поедет в Самарию и уверит Господа Бога и вернется с верой в Бога, то войны этой страны изменятся. Я никогда не жил по Божьему. Знаете, я просто жил, ел, одевался. Но тогда, когда у меня не было денег поехать в город Тегу, у меня не было денег. И брату, который отвечает за финансы нашей церкви, конечно, я мог пойти и сказать, что у меня нет денег на дорогу. Если вы дадите деньги на дорогу, я потом вернусь и верну эти деньги. Ну, так мы должны жить. Но в этом вопросе Бог говорит, попробуй уповать на меня. Конечно, Бог не лично мне сказал эти слова. Но какое сердце дал Бог мне? Попробуй выйти из своего способа. И я посмотрел, знаете, со стороны на себя. Мне нужно ехать в Тегу, но у меня нет денег. Я думаю, кто может дать мне на дорогу? Может попросить брата Сона? Но это ведь нехорошо. Когда я со стороны увидел такого себя, я увидел, что я очень бедный, жалкий даже человек. Я хочу всю мою жизнь посвятить Богу, не работать. Но неужели мне нужно вести такую жизнь? Мне не хочется жить такую жизнью. Лучше я не поеду в Тегу, но не буду смотреть на человека. Буду уповать на Бога, Именно с таким сердцем я поехал в Тегу. И Господь Бог приготовил деньги через сестру, которая уже ехала в автобусе. Но в Тегу у меня не было даже денег на автобус. Но она мне дала деньги на дорогу. И на них я смогла добраться до церкви и заниматься своими делами. И знаете, это было свидетельство, данное от Бога. Такое сердце образовалось у меня. Порой часто бывало, что у меня были трудности, связанные с финансом. И я не знал, как мне поступить. Но самое близко для меня это была церковь. Были братья и сестры. И поскольку были братья и сестры, мне казалось, что даже если я буду просто намекать, они помогут мне. Я думал, но я ведь служитель Божий. Если Бог не позволяет мне пойти в Тегу, значит, я не пойду. Если не пустит, тогда я буду просто молиться и буду дальше уповать на Бога. На тот момент я еще не совсем все понимал. Но сейчас, когда прошло уже много времени, я понимаю, что это были этапы, по которым Бог учил меня в вере В 1968 году я окончил службу в армии И в 1969 году я решил служить в городе Кимчон Но чтобы арендовать помещение, нужно не 10, не 20 долларов больше Однако у меня не было источника, откуда бы я смог получить эти деньги. Но я был благодарен, что Бог дал мне средства на молитвенный дом. Да, если всю жизнь голодать, то, конечно, я умру, но пару раз голодать было не проблема. Но часто мне нужны были большие деньги, но их не было у меня. И в этот момент, когда я смотрел на Господа Бога, это было удивительно, что Бог помогает мне. Сегодня я смотрел YouTube. И в YouTube есть много видео, как борется Лев. И Давид говорит, что он схватил за усы льва и победил. Я посмотрел, как эта грива у львов выглядит. Есть лев и львица. И знаете, у львицы не так много грива. Мне кажется, навряд ли за них можно схватить, чтобы победить. А у льва же очень много, так скажем, усов, грива. Мне кажется, он, скорее всего, со львом боролся. И схватив за них. Я представил, вот одной рукой он держит за грива, а второй бьет. Я подумал, а интересно, он бил в нос или в глаз? Может, Лев был очень добрым? Или, может быть, Лев был отравленный, что ударил один раз и умер? Мне было непонятно. Однако, Давид боролся со Львом. На самом деле, если лев убежит, то все. И даже если ты начнешь потом убегать, разве лев тебя не догонит? Давид стал против льва. Лев держит агнца. Агнец находится в пасте льва. И Давид забрал у него агнец. И тогда теперь лев бросается на Давида. И написано, что он взял за грива и бьет по нему. И победил. Трудно поверить в это. Однако, то, что написано в Библии, Библия не обманывает. Это правда. Может быть, лев сел яд. Но не раз, не два раза это было. Но Давид боролся со львом. Почему? На самом деле, если ты пасешь овец, не так часто ты будешь сталкиваться со львом. Потому что или ты уходишь от льва, или лев убегает от человека. Однако подобная ситуация возникает, когда Бог создает ее. Если лев стоит перед тобой, ты не сможешь убежать. Тебе нужно забрать агнца и спасти, а когда лев бросается тебе, да, он взял льва и ударил, и победил. Я сегодня очень много посмотрел видео со львом. Я увидел, как лев укусил в носорога вот сюда. И носорог начинает противиться льву. Но лев не отпускает. Но представляете, одна, одного удара лев умер. Сложно представить себе. Но это написано в Библии. Это значит, что это правда. Через это Господь Бог научил Давида вере. Знаете, до сих пор бывало, что я голодал. Несколько раз у меня не было денег на дорогу. Я думал, что же делать? Я всегда задавал себе этот вопрос. И каждый раз для меня самый близкий способ решить проблему — это взять деньги у братьев и сестер или попросить у них помощи. Это, можно сказать, самый простой способ. Но если не учитывать те моменты, когда я мог ездить уже на свои автомобили, когда были трудности, я понял, что это Господь Бог допустил в моей жизни. И Господь Бог дал душу, что если я буду молиться, Бог поможет мне. С того момента я просил Господа Бога помощи, и Бог помогал мне. В 1968 году я начал служить в городе Кимчон, и в 69 году активно начал заниматься этой деятельностью. Когда я служил в Падонге, в городе Тегу, у меня были серьезные проблемы, связанные с финансом. Но в то же время, как же Господь Бог помог преодолеть эти трудности? Ведь Бог жив. Ведь я сын Господа Бога, поэтому, когда я прошу у Него, Бог должен давать мне. А просить убрать в сестер мне было немного неудобно. И насколько я помню, после тех дней я никогда не просил у человека денег. Хотя несколько раз были ситуации, когда у меня не было совсем денег. Но каждый раз Господь Бог особым способом вел меня. Если мы прочитаем сегодня Библию. Бог не желает, чтобы мы жили тем способом, по которым привыкли жить. Когда я не верил в Иисуса Христа, я жил тем способом, по которым я привык жить. Однако после того, как я стал служителем Божьим, насколько я помню, были очень тяжелые ситуации в моей жизни. Но никогда я не говорил человеку, я просил Господа Бога, я видел, как Господь Бог помогает мне. Бог хочет, чтобы все люди освободились от человеческого способа и жили, веруя в Бога. И Бог показывает, что когда у нас есть вера, Он действует. 2020 год ⁇ это особый год для меня. В апреле 2020 года мы проводили пасхальное собрание. Обычно мы ежегодно снимали закрытый стадион и проводили пасхальное собрание. А в 2020 году правительство Кореи запретило проводить подобные мероприятия. Обычно ежегодно собиралось 20 тысяч-30 тысяч человек на наших мероприятиях. А в этом году мы впервые проводили пасхальное собрание в режиме онлайн. 그서 우리 온라인들로설교 들은 300만 명이다. 매 차에 300만 명. 200만 명. 한세번 했으니까 600만 명이 우리 말씀을 들었다. 5월 에이 코로나가 심해지면서 코로나 때문에 고통하고 Затем в мае ситуация, связанная с коронавирусом, только ухудшилась, поэтому люди начали находиться в страхе. Я подумал, поскольку я пастор, я должен утешить людей через Слово Бога. И мы проводили семинар, и каждое слово длится 80-90 минут. И одиннадцать раз я проповедовал Слово. Я говорил, как мы можем получить прошение грехов. Когда я передавал Слово, я не знал. Но оказывается, многие люди, видя смерть через коронавирус, Многие христиане оказались перед страхом от смерти. Почему они находятся в страхе? Нет человека, который бы не согрешил, поэтому у всех есть грех. Но они не знают, как они могут получить прощение грехов. Поскольку все грешники, им приходит страх о том, что если я умру со грехом, я попаду в ад. Но на протяжении 11 раз во время семинара я передавал о прощении грехов. После этого многие телерадиокомпании просили, чтобы я им дал интервью. И однажды телевидение из Фиджи попросило дать им интервью. И они попросили, чтобы я изъяснил 1 Иоанна 1 глава 9 стих. Первая Иоанна 1 глава 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Сегодня в Корее и за границей многие верят через это слово, что нужно исповедать грехи, чтобы получить прощение грехов. Но на самом деле, не исповедью мы получаем прощение грехов. Потому что наш грех не может быть, а мы только исповедью. То, что очищает грех, это кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте. Возмести за грех смерть. Поэтому кто-то должен умереть за нас. Если исповедью мы можем очистить наш грех, тогда Иисусу не нужно было умирать на кресте. Как мы можем очистить наш грех? Наш грех омывается, потому что Иисус Христос умер на кресте. Тогда почему же мы должны исповедовать грехи наши? Есть причина, почему это нужно сделать. Для того, чтобы подробно изучить прощение грехов, я начал читать жертвоприношение за грех, которое написано в Библии. Знаете, вроде бы у всех одинаковая Библия. В одном месте написано: нет праведника, нет ни одного. Значит, нет праведного ни одного. Но в то же время в Библии написано, что есть праведник. В Римлянам первой главе написано: праведник веру жив будет. Но и был праведный. Многое может сделать усиленная молитва праведного. С одной стороны, в Библии написано, что нет праведного ни одного, хотя это тоже одинаковое слово Бога. С другой стороны, написано, что молитва праведного может много сделать, то есть есть праведник. Как мы можем принять эти две разные позиции? Так получается, праведник есть или нет праведного? Я начал изучать Библию. Когда я читал Библию, послание к Римлянам 3 главе написано, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром поблагодать Его искуплением во Христе Иисусе. Все согрешили и лишены славы Божией. Но через искупление Иисуса Христа, через то, что Он спас нас на кресте, мы получили прощение грехов. Господь Бог увидел наш грех. И Бог посмотрел на кровь, пролитую Иисусом Христом. Да, мы точно согрешили, поэтому мы грешники. Однако, поскольку Иисус заплатил всю цену за наш грех, Поэтому Бог называет нас праведными. И мы получили оправдание. Хотя в наших мыслях мы грешники. Но когда Бог говорит, что ты оправдан, может быть, в моих глазах Лазарь умер. Но когда Иисус сказал, что Лазарь будет жить, Тогда Лазар живой или же все-таки мертвый? Тот, который верит в себя, будет говорить, что Лазар умер. Но тот, кто верит в Слово Иисуса, будет говорить, что Лазар жив. Так написано все в Библии перед одинаковой проблемой. Когда я смотрю своими мыслями, я грешник. Однако в глазах Иисуса я праведник. Тот человек, который верит своим мыслям, он будет говорить, что он грешник. Но человек, который верит в Иисуса, даже если я грешник, если Иисус говорит, что я правда, значит я правда. Вот такой жизнь веры описывает нам Библия. Бог говорит, что мы получили оправдание, хотя мы согрешили. Но мы получили оправдание. Почему? Потому что Иисус Христос умер за нас. Хотя я считаю, что я грешник. Но для того, чтобы вести меня в сторону, что я оправдан, Господь Бог допустил, чтобы мы согрешили. Для того, чтобы освободиться от греха, мы исповедовали грехи, мы страдали и мучились, но все равно оставались грешниками. И пастор нашей церкви говорил, что он грешник, и пресвитер говорил, что он грешник. И по Библии вроде бы я действительно грешник. Но в 1962 году, читая Библию, я обнаружил, что мои грехи уже прощены. И когда я получил спасение, я начал говорить, что я получил прощение грехов. Но через месяц церкви начали делать меня изгоем. Я хотел войти в комнату для молодых и открыл дверь, но услышал, что там говорят обо мне. Там сказали, ой, у Супак такой смешной. Я ведь знаю его, а он говорит, что у него нет греха. Как он может так обманывать людей? Я услышал эти слова. Знаете, мне хотелось открыть дверь и поругаться с ними. Но в тот день я закрыл снова дверь и вышел из церкви. До того момента я жил только в церкви. Для меня было единственное место — это церковь. Но даже церкви меня сделали изгоем. Действительно, мне очень многие избегали. Однажды пастор на собрании сказал, брат Уксупак, вы ехали сегодня в машине, поэтому вы будете наказаны, вам нельзя приходить в церковь. Я хотел спросить, что это за наказание? Сказать, тот, который согрешил, не должен принимать хлебопреломление. Мне хотелось сказать, а ваши дочери? Знаете, они учатся в Тегу. А в субботу приезжают на машине в Сансан. И в воскресенье после собрания они уезжают в Тегу на машине. Я же случайно, да, сел в автобус, а они каждую неделю ездят два раза в неделю на машине. Но если я скажу об этом, тогда мне казалось, что пастору будет неловко, поэтому я промолчал. Но я снова открыл Библию. И когда я читал Библию, хотя мы получили прощение грехов, Но есть то руководство Господа Бога, которым Он ведет нас. Когда мы хотим жить по-своему, тогда мы отдаляемся от Господа Бога. И постепенно мы не можем войти в духовный мир Господа Бога. Есть то руководство, которым Бог ведет нас. Мы хотим жить своим способом, мы не хотим переходить в сторону Господа Бога. Поэтому мы часто решаем проблемы по-человечески. Но когда мы переходим из человеческого способа в сторону способа Бога, удивительным образом мы можем наблюдать, как Бог действует. Знаете, я уже в возрасте. Мне уже 77, и удивительно то, что до сих пор мне дают вставать перед вами и передавать Слово. Я очень благодарен, что братья и сестры слушают мое Слово. Даже если сегодня Бог скажет, все, достаточно, тогда я больше не смогу встать за кафедрой. Бог позволяет, чтобы я смог подняться на сцену. Но если Бог не допустит, как я смогу подняться на сцену, если Бог не допустит, как я могу заниматься делами Евангелия, что бы я ни делал, я не могу противиться Господу Богу. Я читал Библию и размышлял, почему же Давиду нужно было бороться со львом. Потому что львов было много. Потому что есть вероятность, что ты встретишься со львом. Потому что он забрал Агнца. Да, Давид напал на льва, потому что у него нет другого выбора. И он вытащил Агнца и спаси льва. А когда лев бросался ему, то он брал вас за грива и убивал. Да, это свидетельство Давида. Разве вы будете бить кулаком, и лев умрет? Я сегодня смотрел в интернете, в Ютубе. Вот вам может плохо видно, лев схватил носорога за эту часть. Хотя носорог пытается освободиться, но лев не отпускает. В конце концов носорог упал. И неужели такой лев проиграет Давиду? Но что важно? Бог был вместе с Давидом. Нашим пальцем Давид может победить, если Бог будет действовать. Если Бог будет действовать. Люди, которые верят в Бога, до сих пор мы жили своим способом. Если мы оставим свой способ и будем получать руководство Бога, тогда мы начинаем расти, как запланировал Бог. И мы становимся новыми людьми. В этом году мы передавали слово через онлайн. Весь мир удивился. Сейчас наши служители говорят, чтобы я встречался с VIP людьми за границей, и мы общаемся с министрами, с ректорами. Я стал очень известным. И все хотят со мной встретиться. Один человек встретился со мной. Он не знал, как себя вести. Я встретился в этот раз с представителем президента Малави. В Америке есть два больших деноминаций. Первая ⁇ это Ассамблея Бога. А второй это церковь Бога. Это самых крупных деноминация в США. И они очень близко проповедуют все Евангелием. Президент Малави. Он пастор церкви Церковь Божия. И когда я общался с представителем президента Малави, и президент хочет вести Малави верою. И он сказал, что он обязательно организует встречу с президентом. Малави это бедная страна. На самом деле, в Малави есть очень хорошая и чистая вода в реке. Если приобрести, например, насосы в Корее и установить там, тогда можно будет заниматься земледелием в горах даже. Я видел, что многие люди из-за того, что нет еды, чем питаться, поэтому они плачут перед многими событиями. Жизнь христианина, которую вы ведете, пока вас ведет мысль, которая хочет себя защитить, или же вас ведет мысль Господа Бога, эти жизни будут полностью отличаться. Я часто говорю, то, что я сейчас все делаю, это не я делаю, а Бог делает. Говорят, что 1 миллиард человек слушали мое слово. Я не могу в это поверить. Но через 276 телерадиокомпаний рассеировало слово, и когда мы посчитали общее число зрителей, это получили такую цифру. И каждый день тысячи людей получали спасение. Я никто, ничтожный человек. Но Господь Бог вел меня. И через меня Бог открыл миссионерскую школу, которой никто не занимался. Я очень не хотел начинать миссионерскую школу. Я говорил, Бог, я не могу. Я вроде бы не получаю ответ от Бога, но Бог снова дает душу делать миссионерскую школу. Итак, в 1973 году мы начали миссионерскую школу. Уже Господь Бог имел план по отношению ко мне. Все братья миссионерской школы были лучше, чем я. Но Бог потом показал, почему появляется проблема служителей. Каждый начинает идти своим способом, и тогда разрушается служение. Прошлый набор я отправил домой. Перед выпуском я общался с каждым. У них было очень много теорий, но ничего не было на сердце. Я начинаю думать, что надо прекратить миссийскую школу. Люди хотят стать проповедниками, но не хотят узнать Бога. Так многие люди думают. Я позвал одного служителя и общаюсь с ним. Он говорит, пастор. Да-да-да, пастор, вы правы. Но ни одно слово не входит в него. Несколько раз зову к себе. Если узнаешь мир веры, это будет очень хорошо. Они просто говорят мне, да, пастор, да, пастор, да, пастор, и все. Однако ни одно слово не входит в них. Если идти по жизни веры будет прекрасно. Как минимум, будут как я. Однако многие служители становятся высокомерными. Брат пришел и говорит мне: один месяц прошел, как он вернулся в нашу церковь. И сейчас он видит совсем иной мир, не тот, который видел раньше пятницу позавчера, один служитель, который ушел из нашей церкви, он встретился со мной из-за свадьбы его сына. Я должен был вести общение с другими людьми, поэтому с ним встретился пастор Пагон Джун. И он рассказывал о Господе Боге, который действует в этой церкви. Этот брат потом подошел ко мне и говорит, что сначала он не хотел со мной общаться, но, общаясь с пастором Пайон его сердце изменилось. В нашем мире, став пастором, внешне поступает так, как поступают другие. Но имея иное сердце, можно показывать совсем по-другому. Это чувствуется, это видно. Молятся, читают Библию, проповедуют, все делают. Однако не могут освободиться от веры в себя. Есть люди, которые продолжают создавать свой мир. А также есть люди, которые оставили себя и через веру в Иисуса создают новый мир. И Иисус ищет именно таких людей. Давид был тем, кто верил в Иисуса. Саул тоже поступает вроде бы по слову Бога, но он был тем, кто верит в свои мысли. И, И в конце концов, Бог говорит Самуилу Перестань молиться за Саула, я его оставил Да, Уксупах может обманываться, а Бог не обманывается Знаете, служители, хотя в душе пренебрегают мною, но говорят передо мной Да, да Позавчера я общался с братьями мессиевской школы, я был удивлен мне было очень печально. Люди, которые хотят стать служителем, находятся в своих плотских желаниях. Может быть, такая эпоха сейчас, но мыслят очень плохо. Почему же Бог не тренировал Саула такой жизнью? Бог тренировал Давида. И Саула тоже, потому что перед Саулом стала ситуация, что пришло огромное войско против него Но Саул имел всего 600 человек, и он находился в страхе Если бы Саул уповал бы на веру в Господа Бога, как он боролся Как Давид боролся с Львом, он мог бороться с филистимлянами и Анафанджи вместе с оруженосцем двумя человеками, а они победили многих войск. Давид победил не потому, что Бог дал силы победить. Богу не угодно, когда мы трудимся, приготовив все условия, необходимые для того, чтобы делать. А тогда, когда есть недостаток. Бог хочет, чтобы мы поверили сначала в Бога, а потом сделали шаг. Если мы верим в Бога, тот, который будет защищать нас, тоже Бог. Тот, который будет бороться, тоже будет Бога. Я, конечно, не знаю, сколько мне осталось передавать слово перед вами. Но я искренне желаю до старости передавать слово. Но для этого не мне нужно перед братьям и сестрами хорошо себя показывать. Я знаю, что мне нужно быть по сердцу Божьему. Большинство братьев и сестер находятся в рамках своих мыслей. Я очень часто говорю, кто-то согрешил, совершил зло, но нужно поменять сердце. И для этого нужно одна минута чтобы поменять сердце. Я виновен не потому, что согрешил. Нужно осознать, что вина в том, что я оставил Господа Бога и последовал за своими мыслями. И если осознание это, тогда можно стать удивительным служителем. Пастор Фагунчун, это мой племянник. Люди говорят, что он мой племянник, поэтому я его ставлю. Это не так. Он провалил служение в Америке, потом в Канаде, вернулся в Корею. Я его поставил водителем моей машины. Я посчитал среднюю статистику, сколько я езжу на машине в год. И минимум два часа я провожу время в машине. Другими словами, большую часть моей жизни я провожу в автомобиле И мне не хотелось просто проводить время в машине за рулем И поэтому я попросил брата Хазангчо, чтобы он водил машину Но потом я подумал, нужен служитель, с которым я могу вместе работать в машине Итак, я сказал, чтобы пастор Пагунджу помогал мне. Я позвонил ему. Он мой племянник, поэтому я могу разговаривать с ним ты. Я сказал: "Ну приезжай в Корею, будешь водить мою машину, будешь учиться духовной жизни". Я не считал, что он больше не служитель. А про Пагунджу подумал, что "А, все, я больше не служитель, я просто водитель". Теперь я не достоин быть служителем. С такой душой он приехал в Корею. И после того, как прошла неделя, как он вернулся в Корею, он уже очень сильно изменился. Каждый день он плакал. Каждый день плакал. Однажды Пагангджи общался с пасом Лихон Мок. Однажды я услышал слух о том, что пастор Ли Ёмок находился на колени перед Йонгчжу, а Йонгчжу, скрестив ноги, сидел перед пастором Ли. Но я подумал, Йонгчжу не такой человек. Поэтому я спросил у пастора Ли, как вы общались? Тогда он сказал, пастор, мы сидели, общались, и Йонгчжу сидел на коленях, и два часа он плакал, плакал и плакал. И свидетельствовал о себе. И знаете, меня очень сильно обречала совесть. Пастор Лихомок так сказал мне. Целый год почти он плакал. И говорил, что я был очень слым. Я был лукавым, я был неправильным. И затем я видел, как Господь Бог проявляет огромную силу в его жизни. Многие говорят, что он почти занимается всеми моими делами. Mm -hmm. И очень духовно решает все вопросы. Среди служителей есть духовные люди. Но также есть много служителей, только устами говорят хорошо. Притворятся скромными, хотят как будто делать все. Но нет проявления Господа Бога в их жизни. Не нужно нам быть добрыми. Нам не нужно быть умными. Нам не нужно быть скромными внешне. Нам нужно иметь одинаковое сердце Бога. И так Бог ведет нас. Всех нас ведет. Если у вас формируется сердце Бога, где бы вы не оказались, где бы вас не поставили, Бог будет проявлять свою силу. Но высокомерные люди. Они проповедуют слово, потом ругаются и ходят. В них нет деяния Бога. Почему? Потому что Он стал высокомерным. Но для Бога не проблема то, что мы высокомерные. Но проблема в том, что когда человек становится высокомерным, он уходит от Господа Бога. Есть многие люди, которые внешне показывают себя скромными, но в душе же не ценят церковь, слово Богом не ценят, следуют за своими мыслями, за своим желанием. Они пренебрегают Бога. И такие люди никогда не смогут получить Бога. Поэтому Саул был оставлен. Давид же был по сердцу Божьему. Поэтому Бог сказал Давиду, «Нашел я сына Исеева Давида по сердцу моему, который исполнил все хотения мои. Мне не нужно показывать себя хорошо перед братьями и сестрами. Мне не нужно показать себя хорошо перед другими. Мне нужно идти по пути, который будет по сердцу Божьему. До сих пор мы жили своим способом. Бог же, чтобы вести спу своему способу, допускает льва в жизни. О, я погибну. Бог допускает такую ситуацию в нашей жизни. И в этот момент, если мы поступаем через веру в Бога, хотя не верится, но мы начнем верить в Бога. Давид схватил льва и начал бить. И лев умер. Даже топором ударить по льву будет непросто. Но так действует Бог не нашим способом, а способом Божьим. Бог okay. хочет, чтобы мы жили. Так он тренировал Давида. Я увидел Господа Бога. У Давида была вера в Бога, который охраняет его. Не нужно смотреть на человека. Если Бог защищает меня, зачем мне нужно хорошо показывать себя перед человеком? Давид смотрел на Бога. Это было удивительно. Потому что в этот момент Бог для того, чтобы Давид верил в Бога, когда Давид встретился со львом, он находился в страхе, но лев умер. Что говорит Давид? А, лев умер не от моего удара, а Бог убил льва. Бог защитил меня от два и медведя. Когда Бог помогает, даже от моего удара умирает лев. Он увидел, как Бог защищает его. И после этого он очень смело мог поступать. Он увидел, как Бог защищает его. Поэтому он стал перед Голиафом. Саул уже был не таким. Он всегда сидел у стены. Он сидел спиной к стене, потому что боялся, что кто-то может его убить. Обычно он держал копье в руке. Давид же играл на гуслях. Саул всегда держал копье в руке. Он сам пытался защитить себя. В конце концов, Саул умер. А друг филистимлян. Давид же долго мог служить Богу. Не я защищаю себя вера в Иисуса. Это поменять мой способ на способ Иисуса. Своим пониманием я не могу понять мир Иисуса. Поэтому оставляем свои мысли. И когда я постигаю мир Слова, Господь Бог допускает в нашей жизни проблему, подобную льву. И много раз в моей жизни было подобных ситуаций. Я боролся, боролся, Боролся с телевидением, боролся на суде. И Бог так сделал, что я не могу не сказать, что это Бог сделал. Огромная рука Господа Бога охраняет нас. Давайте откроем наши глаза. И мы должны смотреть на Бога, который действует в нашей жизни. Мы должны смотреть на Бога, который охраняет нас. Мы должны дать шанс, чтобы Бог действовал. Не нужно следовать за своим способом. Когда Бог будет проявлять себя в вашей жизни, вы увидите, как Он действует. Для того, чтобы многим служителям США передать истинное слово, мы открыли интернет-теологическую школу. Уже неделю, как мы занимаемся этим делом, и уже 870 человек зарегистрировались. Мы хотим, чтобы 10 тысяч человек учились в нашем институте. И сейчас транслируется на английском языке и на испанских языках. Мы хотим перевести и на другие языки, чтобы люди точно узнали, как можно получить прощение грехов. И что такое жизнь по вере? И мы желаем, чтобы не только наши братья и сестры, но также много служителей других церквей и деноминаций слушали эти лекции прошла неделя, и 870 человек зарегистрировались уже через 2-3 года. Мы считаем, что где-то 10 тысяч человек будут обучаться у нас. Это не для того, чтобы расширить нашу деноминацию. И это не для того, чтобы слушать, что мы хорошо ведем служение. Только ради Евангелия. Наша деятельность через организацию IWF или через хор Грачес, или через форум христианских лидеров CLF. Мы все это делаем ради Евангелия. Среди всего, что я делаю, это то, что угодно Богу. И размышляя об этом, мы никто. Но когда мы соединяемся с сердцем Божьим, Бог действует. Дорогие братья и сестры, Давайте не в Иисуса, которым формально веруем. Не тот, который используем, чтобы хорошо себя показать. Давайте с сердцем соединимся к Иисусу. Тогда ваша жизнь будет строиться через Иисуса. Различайте ваши мысли от слова Иисуса. Это мои мысли. Так нельзя делать. Вы следуете за волей Господа Бога. Даже если вы не привыкли, вы не должны следовать за вашими мыслями. Только Бог может совершенным образом защитить вас. Вы же не можете защитить себя совершенным образом. Поэтому живите ради Господа. Веруйте в Слово Бога. Оставьте ваши способы. И тогда вы увидите, а, Бог специально в моей жизни допустил льва. И он показывает, что он жив в нашей жизни. Я толкнул медведя, а медведь упал. И вы сможете увидеть такое деяние в вашей жизни. Господь Бог вел нашу миссию. И открывает путь, чтобы мы дальше могли передавать Евангелие. Если я живу перед Богом, Бог, Он дал мне здоровье, решил вопрос моих детей, Он решил вопрос моей семьи, вопрос моего будущего. Я вижу, как Он помогает во всех вопросах моей жизни. Оставьте ваши мысли и попробуйте соединиться к Слову Божьему. Дьявол будет давать чувство времени. Не обманывайтесь попробуйте преодолеть это бремя. Если вы будете с Богом, вы все станете Давидом нашего времени. Не пытайтесь охранять себя, как Сал защищал себя. Вопрос будущее, вопрос, связанный с вашими детьми, все поручите Богу. Тогда Бог будет радовать вас. Бог будет вести вашу жизнь. И вы получите славу Божию. Я желаю, чтобы вы стали такими братьями и сестрами.